Привет, мои маленькие любители мотоциклизма! С вами портал Умоймод и Дмитрий Федотов. Сегодня мы расскажем про один из лучших туристических мотоциклов в мире – Harley Davidson F, L, H, T, K. Запомнили? И я нет. Если мотоцикл хороший, то в народе у него тут же появляется прозвище, и это, конечно же, электричка, которую мы привыкли называть так и видеть так, как бы ее не обзывали по документам. Мотоцикл у нас 2017 года, мотоцикл новый, но выглядит он точно так же, как и старый, и сейчас мы пойдем искать отличия фактически с лупой в руках. Главное, единственное отличие модели 2017 года, это, конечно же, абсолютно новый двигатель Milwaukee 8. Здесь установлен 107 мотор, есть еще ЦВОшный 114. У нашего объем 1745 кубических сантиметров. Фишка в том, что это принципиально новая конструкция с очень интересными особенностями. Так, например, четырехклапанные головки имеют некие специальные коромысла, которые, по словам Harley Davidson, позволяют сохранять правильные клапанные зазоры в течение всего срока службы мотора, который, кстати, не уточняется. Помимо этого, здесь жидкостное охлаждение, но цилиндры по-прежнему остались воздушными, а жидкостью охлаждаются лишь головки блоков. И такая конструкция применяется и в авиации на двигателях Rotax. Также вот именно жидкостные головы при воздушных цилиндрах можно встретить, например, на новом поколении BMW 1200 GS. Собственно, на этом двигателе отличие и заканчивается. Поменялся цвет, а в остальном все прежнее. Остался ABS, Traction Control не добавился. Обогрев рукояток, круиз контроль, офигительная мультимедийная система, которая позволяет по Bluetooth синхронизироваться с телефоном. Сегодня мы вот все редакции попробовали поговорить через мотоцикл. Мы и вся улица окружающая очень хорошо слышит того, кто нам звонит. А тот, кто нам звонит, к сожалению, нас не слышит, но... Видимо, мы пока не нашли просто микрофон на ней. А может быть, говорить нужно в гарнитуру. Помимо нового двигателя, всех нововведений, здесь, пожалуй, поменялась только краска. В этом модельном году аппарат получил такую черно-серую матовую цветовую схему. Но самая главная фишка Harley, и этого нет ни у кого, вы можете что угодно говорить про его дизайн, вы можете что угодно, цвет может нравиться, не нравиться, но вот эти вот страйпы, которые разделяют вот эти два цвета, они выводятся всегда вручную, это всегда ручная работа, и, друзья мои, такого нет ни у кого. А все остальное, к сожалению, осталось или к счастью, прежним. Не знаю, можно ли вообще этот мотоцикл сделать лучше. А неплохая ветрозащита здесь. Очень развито ветровое стекло, ты едешь сухой, ты едешь в тепле. При желании можно открыть здесь воздухозаборник, можно открыть доступ воздуха к ногам. Безумно комфортная, безумно удобная история. Но самое главное, это, конечно, потрясающая мультимедийная система, которая читает флешки, читает ваш телефон через Bluetooth, никакие провода вам не нужны. В бардачке есть еще и зарядка под USB, штатная навигация. Удобный, простой и понятный интерфейс. Может кому-то он показаться простоватым, но, друзья мои, для американского мотоцикла, для настоящего железа, это идеальнейшее решение, которое еще и подстраивается под освещение. Ночью цвета из белого фона и черных шрифтов превращаются в черный фон и белые шрифты. Очень нарядно. Единственное, что... Если вы ночью заезжаете в освещенный туннель, система очень долго думает, и уже на выезде из туннеля она загорается белым, полагая, что наступил день. Но потом, проехав опять по ночной Москве, она превращается в черную. Мотоцикл безумно тяжелый. Сухая масса, напомню, больше 400 кг, поэтому тормозные механизмы здесь соответствующие. Мощные оппозитные суппорты, два тормозных диска на переднее колесо, армированные шланги и самое главное, это, конечно, система ABS. Фишка последняя в том, что вы никогда не увидите здесь гребенок, никогда не увидите никаких проводов. Информацию о вращении колес система получает через метки, установленные прямо в колесных подшипниках. Поэтому выглядит аппарат абсолютно аутентично и железно. При том, что начинка остается современной и на уровне всех современных аналогов. Та же история и с охлаждением.
мотор выглядит воздушным, радиатор вы тут будете очень долго искать, не найдете, а их тут целых два. Спрятаны они по бокам в каждом из вот этих вот обтекателей. Раньше здесь были бардачки, история которой появилась еще на воздушных моторах. Теперь бардачков, к сожалению, нет, зато там стоят вентиляторы и радиаторы. Вентилятор вот отсюда, в эту щелочку, можно увидеть. И, собственно, это все. Как вы можете определить, что мотоцикл имеет охлаждение жидкостное? Тем не менее, мотор действительно горячий, ноги он вам поджаривает. Поэтому специально для этого здесь есть такая вот заслоночка, которая открывает нам такое вот окошко вентиляционное и охлаждает вас в такую жаркую погоду, как сегодня. Важная особенность электрички – это ременный привод. Его не нужно ни смазывать, его не нужно ни натягивать. Один раз поменял и на 3 года или по пробегу довольно внушительному поменял, никакого геморроя. Ремень для кордей – это еще и исторически справедливое решение, потому что самые первые мотоциклы из Милуоки как раз-таки были оснащены ремнями. Правда, там ремни были кожаные. Помимо функции передачи крутящего момента на заднее колесо, они еще исполняли роль сцепления как такового. Узла не было, вместо него был рычаг и ролик. И когда вам нужно было тронуться, вы оттягивали этот рычаг, натягивали ремень, ремень начинал сильнее тереться о шкивы, и вы плавненько-плавненько трогались. Когда вам нужно было остановиться, вы этот ролик отпускали, ремень ослабляли, и мотор начинал крутиться в холостую. Такая вот была простая незамысловатая трансмиссия. И нынешний ременный привод для Харлея – это, конечно, в первую очередь дань истории. Мотоцикл имеет бесключевую систему доступа. Для того, чтобы на нем уехать, вам достаточно иметь вот такую вот меточку в кармане. Садитесь, включаете зажигание, заводитесь и едете. Но, к сожалению, бесключевой доступ работает только на моторе на зажигании. Кофры по-прежнему запираются вот таким вот маленьким фирменным харлеевским ключиком. Очень аккуратно, очень стильно. Повернули, открыли. Кофр безразмерный, для понимания, вот тут лежит моя четвертушка. Есть сумочка, есть какой-то мешочек под телефон, есть штатная розетка прямо в кофре с уже воткнутым переходником USB-шным, есть такая вот чудесная стропа, чтобы крышка у нас не открывалась больше, чем нужно, а вот подсветки нет, ее действительно не хватает. На мотоцикле за 2,5 миллиона рублей все-таки ждешь хотя бы маленький там крошечный плафончик, который ночью будет освещать содержимое этого кофра. Помимо этого здесь есть гриль, написано, что он не очень много на себя берет, но, как показывает практика, привязывать на него можно значительно больше, чем заявляют американцы. Боковые кофры открываются очень необычно, открываются они против мотоцикла посредством таких вот очень оригинальных удобных ручек. Вот этими барашками они прикручиваются. Я не могу сказать, что сами кофры какие-то безумно большие, тем не менее очень удобная история. Оп. Помимо кофров есть у нас здесь еще один маленький очаровательный бардачок с, опять же, разъемом USB. Я так понимаю, что это под магнитолу вставлять флешки, которые она читает. И туда помещается, ну, какая-нибудь пачка сигарет. У меня вот телефон влезает туда. Приборная панель на электричке состоит из 4 аналоговых приборов и маленького-маленького мониторчика, показывающего вам общий пробег, 2 суточных пробега и, как я понимаю, запас хода. Помимо этого здесь указатель уровня топлива, спидометр, оптимистично расчерченный до 220 км в час, тахометр и указатель уровня зарядки. Важно то, что в отличие от тенденций современной моды, Харлей остается верным традициям, и вот эти аналоговые шкалы – это как хорошие, дорогие часы стрелочные. Вы понимаете, этот кайф, и человек, который выбирает вот эти красивые стрелочные часы, он никогда не купит себе маленькие китайские часики с маленькими вот этими монохромными мониторчиками. Тем не менее, аппарат современный, тут великолепная мультимедийная система, цифровой монитор с неплохой диагональю, он цветной, он очень нарядный, графика понятная, читаемая, есть штатная навигация, музыка, куча настроек, вы можете, как и в автомобиле, настраивать баланс, выбирать радиостанции, запоминать их, по Bluetooth завязываться на телефон и слушать музыку через телефон, а также отвечать на звонки, оно отображает номер абонента, который вам звонит. Кнопок на пультах много, здесь еще, помимо прочего, есть какие-то заглушки, я так понимаю, что под какие-то дополнительные опции. Из всех клавиш на обтекателе у нас здесь только
клавиши управления противотуманками. Очень интересно включаются поворотники. Правый поворотник включается правой клавишей, левый – левой. Но в отличие от BMW, если помните, на старых BMW была похожая система управления, клавиши выключающей, поворотники здесь нет. Они выключаются сами, но если вам вдруг надо выключить несколько раньше, вы включили поворотник, он у вас моргает, и этой же клавишей вы его выключили. Kill switch, стартер, аварийка, инфо на бортовом компьютере, показывающий вам температуру воздуха, давление масла, кучу других параметров, голосовое управление, безумно удобный джойстик управления круиз-контролем. Вам достаточно один раз нажать и один раз его придавить к низу, чтобы зафиксировать свою скорость, после чего вы только вверх-вниз его давите и, собственно, корректируете скорость больше-меньше нажатием на тормоз, нажатием на сцепление. Рукоятка газа повернута в обратную сторону, вам моментально этот круиз выключает, если вам это вдруг потребуется. Свет ближний-дальний, поморгать. Такой характерный для электрички громкий и низкий сигнал звуковой. Очень душевно, очень честно, стальные корпуса пультов, и именно так должен выглядеть такой вот железный мотоцикл. Интересно, кстати, фишка управления обогревом рукояток, у вас никаких отдельных клавиш, а просто такая вот крутилочка в торце левой грипсы. Собственно, на этом электроника и заканчивается. Довольно достойный набор, я считаю. А цветотехника не поменялась, выглядит все так же круто. Линзованная фара, туманки, которые прям очень хорошо так нагреваются, но важно то, что они не выключаются при включении дальнего света, и вы можете моргать, туманки при этом не выключаются. Помимо этого есть еще такой вот фирменный габаритик на крыле, это фирменная фишка всех электричек. Произведение американского искусства, флагманскую модель Harley Davidson мы излазили вдоль и поперек. А сейчас я дрожащими руками заведу этот мотоцикл и поеду кататься, друзья мои, на мотоцикле за 2,5 ляма. Так, новый Harley Davidson Electric Glide 2017 года. Ультра лимитед. Сейчас мы на нем чуть-чуть прокатимся. Главное отличие новинки — это, конечно, мотор. Все остальное осталось прежним. Сидеть также удобно, органы управления привычные. Сиденье просто безразмерное, потрясающе мягкое. Мотоцикл безумно тяжел, все 400 кг чувствуется, и низкий центр тяжести здесь совершенно никак не спасает, и с массой приходится мириться. Обратная сторона большой массы, он очень стабильный, просто очень-очень-очень, и в междуряде, и на светофорах ноги выставлять нужно очень-очень поздно. Он неохотно валится, и совершенно нетрудно держать равновесие. Вторая фишка нового мотора – это, конечно, балансирный вал. Здесь очень ощутимо вытравлена вибрация. Вибрации практически нет, есть только… Я даже не скажу, что пульсация, я скажу эхо пульсации харлеевских. То есть ты чувствуешь, что да, вот Harley Davidson здесь есть, но… К сожалению или к счастью, вот это вот прям, когда была такая шутка, что на Harley Davidson подвески нужны только для того, чтобы вибрации с мотоцикла не передавались на асфальт. Вот здесь уже вибрации сведены к минимуму в любом диапазоне оборотов. Мотор приятен, я бы сказал, даже рафинирован. Что касается тяги, то 1500 оборотов, и до конца у вас абсолютно ровная полка момента. Мощности в нем не так уж и много, мощности в нем всего 91 сила, но крутящего момента столько, что в нем можно просто захлебнуться. Мотор крутить не нужно, если только на разгонах.
Динамика, к сожалению или к счастью, это не ЦВОшный, это обычный 107 мотор. Динамика здесь не фонтан. Меня, например, вчера дернул Kawasaki ER6 светофора. Поэтому, если хотите вваливать, то берите 114 мотор и на нем зажигайте. Этот аппарат, ну, может быть, как-то и можно зачеринговать, но все-таки он рассчитан больше на туризм, на какие-то такие неспешные поездки, на расслабление, на получение удовольствия именно от происходящего вокруг. Вообще аппарат очень заметный, очень яркий. Окружающие на него внимание обращают. И в седле чувствуешь себя таким обладателем длиннющей пиписьки до колена. Просто вам и мотоцикл удлиняет. Но вопрос в том, что будет, когда вы из седла вылезете. Тормоза тут очень неплохие, но нужно понимать, опять же, что с этой массой мотоцикла ни один тормозной механизм вам замедление и динамики замедления городского родстера не даст. Все равно это динамика торможения с поправкой на массу. Да, эффективно, да, прогнозируемо, да, вы всегда уверены, что остановитесь, но все-таки нужно иметь в виду, что тормозной путь здесь довольно внушительный, его учитывать. Коробка переключается четко, по-американски такой большой ход, с такими сочными ударами. Да и вообще, вот биологически мотоцикл очень сложно в чем-то упрекнуть, в каких-то недоработках. Здесь все сделано вот именно так, как оно должно быть сделано. Местами грубовато, местами сочно, породисто. Местами, конечно, страшновато, я повторюсь, вот с этой массой очень непривычно, потому что именно таких тяжелых мотоциклов, ну, не каждый день покатаешься. И вообще, по таким улочкам, конечно, кайф, но вчера я вот на нем в пробках постоял, проклял все. Да, чудесная музыка, но все равно начинает ноги припекать мотор, особенно ноги припекает правая, с правой стороны правую ногу припекает. Вот. Я сейчас открыл всю вентиляцию возможную, вот эти дефлекторы направил на себя. Конечно, они немножечко облегчают участь, но сказать, что на мотоцикле сразу же становится легко и прохладно, я не могу. Хотя, действительно, намного приятнее. Вот эти чудесные харлейские поворотники, которые я так люблю на старых BMW, которые включаются нажатием той кнопки, расположен на той стороне руля, куда ты собираешься поворачивать. Очень логично и удобно. Поворачивает он вообще забавно. Поворачивает он, а ты его завалил, и все. Он держит свою траекторию, он на ней стоит, но поменять ее уже чрезвычайно сложно. И вообще в поворотах, да, ты уверенно, да, ты заходишь в них хорошо, ты из них хорошо выходишь, но, боже мой, 400 килограмм металла все-таки не так просто поменять направление движения, их наклон, поэтому на это нужно всегда делать поправку. Каких-то суперактивных маневрирований этот мотоцикл вам не то что не простит, он даже вам не позволит их сделать. Ну и, кстати, вот обратите внимание, даже при довольно внушительных углах поворота руля, уже вот в таком небольшом затыке мы вынуждены перебирать ногами и надеяться никому не снести бампер нашими роскошными железными дугами рабочими. Мотоцикл вообще безумно мягкий, и подвески мягкие, и у шасси нету какой-то особо выдающейся крутильной жесткости.
поэтому, ну, повторюсь, быстро на нем ехать страшновато, да и динамика разгона вообще не фонтан. До 140 хорошо, после 140 до 160 уже скучновато, а после 160 уже можно ложиться спать. Ну что, мотоцикл мне понравился. 107 мотор, это вот. С вами был Дмитрий Федотов, портал Мой Мод. Находите нас в социальных сетях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте оставлять комментарии в журнале. Отдельное спасибо компании Harley Davidson за предоставленный на тест мотоцикл. Увидимся!